концерт. Эх, разгуляй! Знаменитый «Разгуляй» скоро, очень скоро раскинется своей залихватской удалью, можно сказать, у вас по-соседски. Не может быть, возразите вы. А вот и может. Уникальная возможность попасть на грандиозный концерт и увидеть многих знаменитых артистов, к тому же совсем недалеко от дома, а именно в Краснодаре, может любой и каждый. А осуществить заветную мечту поможет Амедиагрупп. Именно этот холдинг организовал акцию, где слушатели радио «Шансон» могут побывать на потрясающем шоу, внимание, абсолютно бесплатно. Однако для этого надо очень постараться. Слушайте передачу «Только для вас», где ведущие будут задавать вопросы и, надо сказать, не из легких. В конце каждой недели по итогам будет выбираться счастливчик, который и станет обладателем суперприза – 2 билетов на концерт «Эх, разгуляй» в Краснодаре. 3 недели. Деле 3 победителя. Только для вас музыкально-праздничная программа, посвященная грандиозному событию, которое пройдет 14 мая в городе Краснодар. Называется «Эх, разгуляй». И у всех дозвонившихся в течение 3 недель есть замечательный шанс и повод, конечно же, позвонить сюда в программу, конечно же, выиграть. Спонсором этой акции выступает фирма «Гелиос», которая существует на рынке вот уже 11 лет. Многие знают компанию как надежного партнера в области пожарной безопасности и видеонаблюдения. В нынешнем году фирма запустила масштабный проект по поставке электрооборудования. Кроме того, «Гелиос» занимается монтажными работами разного уровня – от частного ремонта до промышленных предприятий. И это не все его достоинства. У нас достаточно компетентные сотрудники, большой ассортимент и, как всегда, самые надежные поставщики с высоким качеством. Итак, если вы хотите стать участником небывалого проекта и побывать на «Эх, разгуляй», слушайте передачу «Только для вас» на частоте 99,3 FM радио «Шансон Армавир». Каждый будний день в прямом эфире с 15:00 до 16 часов. За такой приз стоит побороться, ведь на сцене для вас выступят популярные и любимые артисты. Михаил Шуфутинский, Ирина Круг, Александр Буйнов, Денис Майданов, группа «Лесоповал», «Рада Рай», «Заматаев Бенд» и многие другие. В роли ведущего – диджей радио «Шансон» Артем Демин. Проект длится 3 недели – с 25 по 29 апреля, далее 4, 5, 6 мая и третья неделя – 11, 12 и 13 мая. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей «Армавира».